сегодня очередной отчет, очередной репортаж о том, что у нас изменилось за... Я даже уже не помню, сколько времени прошло. Ну, наверное, пара недель. Чаще снимать репортаж о стройке дома не получается, потому что в последнее время зарядили дожди. Как вы понимаете, дожди не самое хорошее сопровождение для строительных работ. Поэтому вот сегодня солнечный день использовала для того, чтобы прийти и все-таки снять и показать, что у нас изменилось. Итак, как вы думаете, где я нахожусь? А нахожусь я сейчас в бане. Да, именно в парной. Помещение, которое сейчас выложено из блоков, это есть не что иное, как парилка. И, как вы понимаете, уже пошли в полный рост кладочные работы. Так, сейчас я выхожу из парной, из парилки и попадаю в наш санузел. Как видите, здесь тоже уже почти под самую крышу выложено из блоков. Да, как я вижу, муж времени зря не терял. И несмотря на то, что шли дожди, все-таки ему удалось выложить практически все стены, почти до самого верха нашей ванной комнаты, ванного помещения. Это вход в парилку. Здесь будет лежанка. Вот здесь печка. И печка будет располагаться практически в мастерской мужа. Вот уже мастерская здесь пошла. Вот. Но это будет как бы общая стена между мастерской и парилкой. Поэтому печка будет и туда, и сюда работать на два фронта. Строится сейчас, это всего лишь рабочая часть нашего дома, то есть мастерская, ну и вот часть ванного комплекса. А строительство самого дома, оно будет продолжено уже в этой, в другой части, вот туда. И скорее, ну и это, конечно, будет уже в следующем сезоне. Хотелось бы еще успеть сделать септик. Если успеем, это будет, наверное, ну, программа максимум, на которую мы даже и не рассчитываем. То есть мы предполагали, что успеем гораздо меньше сделать работ, потому что делаем все без привлечения подъемных рабочих рук. Вот. Поэтому для самостоятельного строительства своими руками я считаю, что мы за этот сезон успели еще довольно много. Но еще сезон не закончится, поэтому кто его знает, что мы еще успеем, что день грядущий нам готовит.